Посмотрев это видео, вы узнаете, как решать большие и сложные задачи и как съесть мамонта. Когда перед вами стоит какая-то большая, сложная, как вам кажется, задача, которая требует много усилий, много времени, она кажется неприступной. Невольно опускаются руки, и в голову закрадываются предательские мысли о том, что нам не справиться с этой большой задачей. К счастью, по этому поводу есть универсальный прием личностной эффективности, который позволит вам щелкать такие задачи, как семечки. Как это сделать? Есть всеобъемлющий универсальный принцип: дели большое на части. Любая большая задача – стать президентом, написать книгу – вполне конкретно состоит из определенных этапов. Любую большую задачу можно разделить на ряд шагов, спланировать их и постепенно, шаг за шагом, справляться с частями большой задачи. И концентрируясь не на сложности большой задачи, а на легкости выполнения каждого отдельного шага, вы постепенно придете к финалу и решите большую задачу, которая сначала казалась просто непосильной. Насчет мамонта. В студенчестве есть такое метафорическое выражение: мамонта надо есть по кусочкам. Некоторые студенты, изучая какой-то предмет, предпочитают до конца семестра отдыхать, и только в самую последнюю неделю они хватаются за голову и начинают лихорадочно изучать какой-то предмет. И, конечно же, есть шанс, что они сдадут экзамен по этому предмету, но это обязательно будет сопряжено с большим стрессом. Мы же с вами стремимся снизить количество стрессов в нашей жизни, и в этом нам помогают различные приемы личностной эффективности. Если студент ходит на все лекции в течение семестра, слушает на семинарах разбор разных тем, каждую неделю читает новую главу в учебнике, то к экзамену он подойдет легкой походкой, быстренько проглядит все темы, которые нужны для экзамена, и сдаст экзамен легко и с удовольствием. Поэтому мамонта надо есть не целиком в последнюю неделю, а по кусочкам на протяжении длительного времени. Вот в чем заключается секрет личностной эффективности. Делите большие и сложные задачи на части и решайте по частям. Справляйтесь со сложными задачами легко. С вами был Антон Деркач. Если это видео интересно или полезно для вас, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы первыми узнавать о выходе новых выпусков. Я желаю вам легко справляться со сложными задачами. Увидимся в новых видео.